и днем, и вечером. Каждый день, неделя за неделей. Отстрелявшись, она уходит на новый круг. И кажется, эту жизненную гонку не остановить. Но как же трудно было выйти на старт. Все, у нас пошла запись. Но я начну сначала. Я училась в колледже в Михайловском. Михайловский колледж под Рязанью – это совсем не начало истории паралимпийской чемпионки Светланы Коноваловой. Она как будто специально из собственного рассказа вычеркивает большую часть своей жизни. Ее история началась в Рязанском роддоме, где мама отказалась от Светланы сразу после ее рождения. Потом были детдом, интернат, инвалидность, злость на весь мир и цель. Нет, не золото паралимпиады. У меня была цель одна, чтобы не попасть в дом престарелых. Вот, потому что у нас из детского дома, кто вот, например, как я, вот на коляске, нас могли спокойно отправить в детский дом. А я прям, нет, я не поеду, ой, в дом престарелых, да. Вот, я не поеду туда, я буду хоть как-то, но выкручиваться. Я понимала то, что я там сопьюсь, либо еще что-то. Там же люди сразу, они идут на дно. Ты постоянно видишь, как там... Ну, мужчина, женщина, пьянствует. Я понимала то, что я там надолго не задержусь, то, что я могла вся там, ну, убить вот этим. У меня товарищи, друзья, многие в дом престарелых живут. Вот одна подруга вот близко недавно умерла. И вот она, Светлана Коновалова сейчас на финише. Светлана Коновалова минуту выигрывает порядка там за... Триумфальный финиш в Сочи. Еще за 3 года до паралимпийского золота Светлана Коновалова не то что не мечтала о такой медали, она даже не знала, что такое возможно. И даже в самых смелых мечтах не могла представить, что и на трибунах, и у телевизоров за нее будет болеть семья. Та самая, которую она, казалось, потеряла сразу после рождения. Словами, мне кажется, не опишешь. Это вот именно твое внутреннее состояние, внутренняя, знаете, вот встряска такая, когда сердце колотится, ты дрожишь, и кричишь, орешь, и понимаешь, что тебя все равно не слышно за толпой, и как будто, вот, знаете, все доносится до нее. Ну, во всяком случае, тогда мне так казалось. В команде Светлану за глаза иногда называют «калашников». Стреляет не всегда метко, но очень быстро, как из автомата. Впрочем, главные цели в своей жизни она поразила без единого промаха. Она подходит к огневому рубежу, занимает позицию для стрельбы и... Ну, сейчас подам. Не скрывает раздражения. Винтовку подали на несколько секунд позже, чем нужно. Со злости закрывает все 5 мишеней. Меня надо разозлить. Я вот сегодня могу гонку провалить, завтра могу гонку провалить. Потом уже все, сижу с девчонками, завтракаю. Я говорю, девчонки, эта гонка будет сегодня моя, я ее выиграю. И оно так происходит. Просто я как-то злюсь, настраиваюсь, и все. У меня прямо это в глазах огонь. Хочется выиграть. Все, я это делаю. Как это, конечно, все получается, я не знаю. Ну, Света, это еще тот подарок. Она же детдомовская сама. Все воспитывалась в детдоме. Естественно, пришла у нас она вся такая модная, с пирсингом. Шапку мы не одеваем, как и сейчас. Ничего не изменилось. О ее упрямстве в команде ходят легенды. Именно это качество в свое время позволило Свете Коноваловой вырваться из стен детского дома. Оно же сделало ее чемпионкой. Фильмы показывают, а послевоенные, как ребята, инвалиды без ног передвигались. То есть у них такая деревянная и снизу колеса. И они с двумя такими палочками так... Вот точно так же пришла команда «Свет». И первый сбор, когда мы поехали в Болгарию, она категорически отказалась от инвалидной козяцки. Я говорю, я поеду. Но мы
Да ладно, давай, поехали на этой. Но коляску, Александр говорит, ну коляску мы все равно возьмем. Приехали туда, ну и там потихоньку раз села в коляску, второй раз, ну и теперь уже дошло до нее, что все-таки то, что люди придумали, это движение вперед и прогресс, никуда от него не денешься. То, что упертая я такая, вот, это правда. Я вот если себе цель ставлю, я, конечно, к ней иду. Надо через силу, надо через боль, и тогда результат будет. То есть она упертая, вот она поставила перед собой, что вот так и никак иначе. Вот она к этому идет. Ну и здесь в спорте. А в спорте только упрямый и настойчивый добивается результат. Выпускники интернатов, не приспособленные к жизни, это не про нее. Она всегда хотела быть и была самостоятельной. А что до жизни в детдоме, так ничего особенного, кроме меню в столовой. Перловка. Часто? Вообще часто. Ну, это детская номер. Но я ее не ела. А? Нет, это нереально. Уж когда совсем было все плохо, то да. Спортом она начала заниматься там же, в детском доме. Настольный теннис, волейбол, даже пауэрлифтинг. Все, лишь бы не остановиться. Но занималась всем, чем могла. Вот что мне предложат, я зато их схватываю. И это сработало. Спортивную девчонку, в тот момент уже студентку колледжа, заметила главный тренер паралимпийской сборной Ирина Громова. Спасибо, специально. Просто письмо пришло на почту. Какая-то пишет женщина, а вот не могли бы вы взять, вот есть там девочка, позаниматься, посмотреть. Ну, почему бы не могли, давайте посмотрим. Вообще я даже не знала, что есть такой вид спорта. До этого я даже не слышала про Ванкувер, хотя говорили, показывали, ну как-то далеко от этого я вообще была. Но тут предложили, а почему бы нет. Я долго маялась, ну и понимала то, что это шанс выйти в жизнь. И этот шанс она использовала на все 100. Так, благодаря спорту, Светлана вырвалась из замкнутого детдомовского круга. Первая, как говорят профи, самая важная цель достигнута. Начало положено. На этой площадке под окнами колледжа в Рязанской области Светлана тренировалась часами. До уроков, после, а иногда и вместо. На свой первый старт, чемпионат России, она приехала никому неизвестной спортсменкой. И сразу стала четвертой. Уезжала с чемпионата она членом сборной России. Еще один выстрел точно в цель. Тогда этого никогда не думала. Что буду в сборной, буду жить вообще в Москве. Всегда, когда приезжала, говорю, ой, это, наверное, круто жить. И так вот получилось, что я теперь тоже живу там. В Москву из провинции она, как и все, понаехала с наполеоновскими планами. В тот момент еще никто не знал, в столице Светлана найдет нечто гораздо большее, чем дом. Но тогда, за 3 года до Сочинской Олимпиады, у нее в жизни забрезжила новая цель. Это было очень тяжело. Но я как-то даже я не помню, что я думала. Я помню то, что было очень тяжело. Но я понимала, что мне надо работать. Мне Ирина Александровна говорила, что легко не будет. Она мне сразу сказала. Это работа, и работа такая конкретная. Ну и все, я как-то даже не думала, что какие-то будут трудности. Просто работала, работала, работала. Теперь ее ждала новая жизнь. Тренировки до 7-го года. Сборы, соревнования и снова тренировки. Сборы, когда дни не отличить один от другого. Каждый день вот все одно и то же, делаешь. Как-то устаешь, и уже все, после думаешь, блин, все, хочется домой. Не знаю, я вот так еще родителей так, не так давно-то нашла. Мне как-то все равно больше хочется вот с ними. Но я понимаю то, что надо и работать. Так, понятное дело, терпим. До Сочи все терпели. Мы вообще дома были мало. Зато свою задачу выполнили. Свою она даже перевыполнила. Но перед олимпийским триумфом Коновалову ждала другая большая победа. Не на биатлонной трассе. С
Светлана Коновалова никогда не видела своих родных. Но встречу с мамой, как и другие воспитанники детдома, в воображении рисовала часто. Обида она была раньше, когда мы были маленькие. Мы, конечно, в детском доме, каждый ребенок сидит и думает, почему нас бросили, почему такого сделали, почему я, почему... Ну, все что-то как-то нылись на эту тему. Конечно, мы маленькие были, хотелось, вот я вырос, да была моя воля, я бы ей в лицо плюнула. Ну, все, вот, все, все такое было. Ну, честно, не знаю, как-то обида она прошла, в принципе. Она уже готовилась к Сочи, когда в ее жизни вдруг появилось то, чего Светлана была лишена с рождения. Хлопните. Просто хлопок. Угу, все отлично. Жиль, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгения. Вам прям полностью. Да, фамилия, имя. Куликова Евгения. Я родная сестра Светланы Коноваловой, паралимпийской чемпионки. Решила перебирать документы. Что-то мне как-то в голову стукнуло. И наткнулась на документ, то, что ну, от меня мама отказана. Я что, давай ее начитать. И смотрю, это есть сестра Евгения Куликова, 90-го года, так посмотри, 95-го. Посмотрела, почитала, и думаю, дай-ка я ее найду. Я говорю, девчонка уже взрослая, говорю, если захочет, общаться будем. Если нет, я даже настаивать не буду. Вообще на чужие смски вообще не отвечаю. Просто ну, как бы закрываю, блокирую людей. Я, ну, если я общаюсь только с теми, с кем я знаю. И причем ни маме, никому это не рассказывала. Вот просто написала девушка, ну, там, привет, привет. Я, ну, мало ли что написала. Я заблокировала, даже не отвечала. И потом как-то дня через два, она уже ничего не писала, Света. И мне мама рассказывает. И такой, та-да-да-дам. И меня осеняет. Я говорю, мам, я говорю, мне же девушка писала с таким именем и фамилией. Она, да, я, да, ну... Я быстрее искать эту переписку, давай писать. Ну, в принципе, вот так и познакомились. Мы же не сразу начали общаться. Наверное, прям, да, сразу. А с мамой мы только... Я ее первый раз увидела на 8 марта по скайпу. Она долго не появлялась. Не знаю, может, боялась. Боялась и сама Светлана. Сейчас нет такой злости, то, что вот, меня когда-то бросила. Просто бывают такие моменты, то, что вот как-то, я не знаю, какая-то грусть находит, и тут вот эти, все вот эти, вся черная вот эта полоса жизни, она как-то ну, вспоминается. А потом как-то раз отходит, так, в принципе, все хорошо у нас. Она нашла семью. Еще одна цель. Еще одно точное попадание. Паралимпиада в Сочи. К ней Светлана Коновалова готовилась несколько лет, а возможно и всю жизнь. Детский дом он закалил в ней характер. Характер сильного волевого человека, который сможет всего добиться. И, наверное, если бы судьба сложилась по-другому, она бы этого не достигла. Ну, к тому же еще там, я очень верующая. Поэтому я считаю, что если так было нужно, ну, если так сделано, значит, так было нужно. Значит, для чего-то. За сестру Евгения болела на трибуне в Сочи. На Паралимпиаду, благодаря Светлане, она поехала в качестве волонтера. Сама Света уже на свой самый первый старт выходила в качестве фаворита. От нее ждали золото, но удачей оказалось и серебро. Первый гонок у нас был 6 километров, биатлон. Я вообще шла, я даже не знала, какая я шла. Сколько я проигрываю. Я помню то, что мне говорили, то, что я вообще где-то сзади. И потом я просто приезжаю на финиш, и мне говорят, что я вторая. Она очень любит контактные гонки. То есть вот, когда она соревнуется и вот, приходит они на рубеж, грубо говоря, 2-3 человека, для нее это здорово. Когда она приходит одна, она может допустить ошибки. Когда она приходит с кем-то, вот она настолько вот, собирается внутрь, что она стреляет и быстрее стреляет, и точнее стреляет. Момент на Олимпиаде, на первый рубеж она приходит, она как лидер Кубка мира шла, первая гонка 8 марта, как раз спринт был, приходит на первый рубеж, а там запускали, все лидеры бежали под первыми номерами. Она приходит, стреляет, делает промах, пока кружит штрафной круг, ее догоняет Маша Йовлева. Она стреляет по нулям и уходит вместе с ней. И второй круг они идут вместе, приходят на рубеж вместе, ложатся вместе.
все решает, кто как отстреляет. Света как из пулемета, Маша начинает за ней торопиться, допускает два промаха, все. Света уходит завоевывать серебряную медаль, а Маша отлетает аж на 8-ю позицию. Вторая гонка и снова серебро. Для новичка на первой Паралимпиаде это уже успех, но не для нее. Впереди оставались две последние гонки, когда Коновалова вдруг приняла решение, которое повергло в шок и тренеров, и самых близких болельщиков. Как раз перед этим отказалась от одной гонки, сама отдала ее девочке. Это был, должен был быть спринт, на котором Света была, должна была быть. Она сказала, что а у нее перед этим уже было два серебра. Она сказала, если я не отдохну, то золото я не получу, а моя главная цель – это золото в индивидуалке. Поэтому она отдала Наташе Кочаровой свое место именно вот в спринте и не побежала. Хотя, конечно, там была хорошая возможность тоже, ну, занять какое-то место. Она поставила все на последнюю, решающую гонку. Один неудачный выстрел, одно неловкое движение на лыжне, и ее Олимпиада могла закончиться катастрофой. Но уже утром в день старта коллеги по команде знали. Сегодня Коновалова золото не отдаст никому. Я рассказываю на каждой, в каждом интервью, если меня спрашивают про Свет, я рассказываю о моем всегда изумлении и восхищении, опять же, ее свойством собраться буквально в какую-то секунду. Потому что если уж рассказывать, то история как бы всегда одна и та же. Мы просыпаемся утром, там, нужно бежать, она встает, выпивает чашку кофе и говорит: девчонки, я сегодня всех порву. И она это делает. Всегда. Поэтому это здорово, это потрясающе. Это для, как спортсмен, такое качество имеет далеко не каждый. Я просто настраивала себя то, что это моя последняя индивидуальная гонка. Надо выложиться на максимум и, самое главное, не намазать, потому что на предыдущих гонках биатлона я вот мазала, из-за этого я и была вторая. И тут как-то настроилась, не знаю. Наверное, очень сильно хотелось золотой медаль. Это был тот самый случай, когда судьба действительно висела на волоске. В гонке, ради которой Светлана Коновалова рискнула всем, судьбу золота решили миллиметры. На Олимпиаде у нее два таких габарита прошло. Если бы не прошло, была бы только третий. А так стала чемпионкой в Сочи. Габарит это что? Ну, то есть попадание не точно в центр, а в край мишени. И мишень как бы может закрыться, а может не закрыться. 50 на 50. У нее они закрылись. Бог был на ее стороне. Тот день. Но мне на самом деле на габаритах очень сильно везет. Вот сколько вот во время соревнований, вот не брать Олимпиаду, на этапах Кубка мира тоже очень много габаритов было. И все закрывались. Мне всегда тренер говорит: тебе везет. Два габарита, то есть два попадания, которые могли и не закрыть мишень, случились в кульминационный момент последней олимпийской гонки. Но впереди был еще один огневой рубеж. А третий рубеж пришла, было два габарита было. Вот я понимала, говорю, сейчас если я на четвертый приду и намажу, все, золото от меня ускользнет. А я уже знала, что я иду первая. Что я там с одной девчонкой бодаюсь, она по нулям, и я по нулям. Пришла на четвертый рубеж, уже не так быстро отстрелялась, но по нулям прошлась, все. И уже я шла на последний круг, я знала, что меня зовут. Там были истерики, слезы, звонки родителям. Там люди рядом, стоящие на трибунах, там, это ваша сестра. Я говорю: да, Аню, я вас поздравляю, давайте сфотографируемся. Ну, приятно, конечно, и гордость, и приятно. Ну все, нет, я так не могу. Золотая медаль Паралимпиады, о которой еще недавно Светлана не могла и мечтать, теперь висит на стене в ее собственной московской квартире. Это даже не габарит, это уверенное попадание в самый центр мишени. Осталась последняя цель.
Сейчас свой золотой финиш и восхождение на высшую ступень пьедестала она, кажется, пересматривает уже совершенно спокойно. Но вспоминает, что и тогда, в момент награждения, не дала волю эмоциям. Со стороны, кажется, золотую медаль она принимала как данность. Но годы тренировок и все, что было до них, Светлана, конечно, не забыла. Просто, как оказалось, жизнь после Паралимпиады ничуть не проще жизни до нее. Едва отойдя от сочинских стартов, Коновалова вдруг сделала то, чего боялась всю жизнь. Она почти остановилась. После Олимпиады, не знаю, как-то что-то, как будто все как отрезало. Ну, наверное, просто очень сильно устала, во-первых. И просто я на Россию приехала, я сажусь на лыжи, я просто понимаю то, что я не могу даже себя толкнуть. Просто вот руки не идут, и все. Ни сил, ни желания, ни стимулов. Она, как и многие спортсмены-паралимпийцы, сразу после закрытия игр, к которым готовилась так долго и так упорно, осталась один на один со своим новым главным соперником. Вопрос, есть ли смысл продолжать? Олимпиада. Домашняя Олимпиада. Я говорю, это как выяснилось. Мы же тоже не знали. Мы же никогда не участвовали в домашних Олимпиадах. Тоже было первый раз. И вот мы все, говорю, мы, во-первых, когда расставались, там все, естественно, плакали и понимали, что, к сожалению, нам больше не написано на раду домашних Олимпиад. Это надо пережить, это надо почувствовать. После Сочи Светлана приходила в себя почти целый год. Сейчас, когда все сомнения позади, она снова каждый день выходит на трассу, чтобы быть на ней лучшей. Впереди новая цель. Новая Паралимпиада. Конечно, я очень надеюсь. Если я не выйду, конечно. Если меня ничего не переклинит. Она уже готовится к корейским играм в 2018-м. Но та самая, последняя незакрытая мишень – это не только и столько еще одна олимпийская медаль. У Коноваловой есть и другие планы, уже не связанные со спортом. Я хочу детей, я планирую детей. И если, дай бог, все получится, то планирую усыновить или еще удочерить кого-нибудь. Дать малышу тоже жизнь. Почему я это хочу? Потому что я сама воспитывала в детском доме, я знаю, что это такое. Вот из-за этого, наверное, как-то я и хочу это сделать. И она сделает. Но когда все мишени закрыты, все цели достигнуты, в биатлоне и в жизни всегда происходит одно и то же. Любые новые испытания Светлана Коновалова, конечно, выдержит и пройдет очередной круг жизненной дистанции с наилучшим из всех возможных результатом. Ей не привыкать. Не должно быть так, что у человека на всю жизнь будет черная полоса. Пусть ему в детстве не повезло, и он воспитывался в таких плохих условиях. Зато сейчас я скажу, все хорошо. Слава Богу.